Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. В апрельском патче наши корейские друзья-разработчики ввели еще один вариант для добычи колды замка. Звучит неплохо, но что на практике? Здесь нам снова понадобятся члены Малого Совета. Куда этих членов только не вставляют. И то они должны, и это они должны. Остановитесь! Теперь, подойдя к NPC, который стоит около флага, который находится там, где вызывается замковая руда, советник может взять 25 очистительных установок, которые он должен поставить в течение 1 часа. Данной возможностью советнику можно воспользоваться всего лишь один раз в неделю. Понятное дело, что в данной ситуации замковая локация и советник должны быть или принадлежать одной и той же фракции. Если же у фракции несколько замков, то и очистительные установки можно поставить в каждой из замковых территорий. Поставив очистительную установку, ее нужно затем активировать. Для этого нам понадобится игрок минимум 50 уровня и 150 очков работы. За это игрок получит 50 замкового вклада. Че, ебанутая, что ли? После активации одной очистительной установки на игрока на 1 час накладывается эффект, не позволяющий еще активировать установки. Так что для активации нам уже понадобится минимум 25 игроков. Очистительная установка работает 1 час, где каждые 10 минут увеличивается ценность установки на 100 голды. Через 1 час установка полностью закончит работать и исчезнет, а замковая голда пополнится на 600 голды. Если, конечно, очистительную установку до этого времени никто не сломает. Поломанную установку можно починить. Для этого мы берем ремонтный набор у NPC, и каждому игроку дается только один такой набор. Подойдя к установке, в течение 10 секунд, каждую секунду мы будем восстанавливать по 60 тысяч здоровья. Одну и ту же установку может чинить несколько игроков сразу, но если установку полностью сломали, то ее уже никак не восстановить. И, кстати, очистительная установка имеет 6 156 995 единиц здоровья. Округлить это число, конечно, ну, никак нельзя. Нет. Если все же установку сломали, то на месте сломанной установки появится пак, который будет стоять 30 минут, и его может взять только противник. Вы же, как фракция, которой принадлежит данная установка, можете только сломать этот пак. Противник, в свою очередь, может подобрать пак и отвезти его в свой замок и там уже сдать. Ну а также может отнести и скупщику реликвий. Ценность данного пака будет зависеть от времени, сколько простояла очистительная установка. Перед собой сейчас вы видите таблицу с выручкой, которую вы получаете в зависимости, опять же, сколько простояла очистительная установка и, опять же, в зависимости, кто сдает этот пак и куда. Как по мне, данная система кривая и недоделанная. Я не знаю, почему ее ввели. Объясню вкратце. Во-первых, опять долбанные эти советники должны все за всех делать. Мне не нравится, что их везде запихивают. Я думаю, советникам тоже не особо нравится. Хотя они в лучшем случае, если все нормально, никто ничего не ломает. То есть 600 голды с одной вот этой установки отправляется на замок. Они получают замка процент. То есть для них, по сути, это даже плюсом выходит для советника. Но все же. Одно дело это советник, ну а другое дело, кто же это будет активировать и охранять потом установки. По сути, здесь минимум нужно 25 игроков, которые активируют данные установки. Но что они получат взамен? 50 замкового вклада? Это просто охуенно. Тем более, если придет противник, а противник придет там целым рейдом, то эти 25 человек ничего не сделают. Нужно звать подкрепление, а что получит подкрепление в итоге? Нихуя! И вишенка на торте — это пак, который, допустим, получается, если установку сломали, он лежит, который 30 минут, его может поднять только противник, а почему союзник, чья установка была, не может его поднять? То есть противник подходит к паку, берет за спину, уходит, там где-то сдает, получает голду. Почему я так не могу сделать? Свои варианты пишите в комментариях, я не хочу дальше продолжать мысль, я там буду дальше гореть от этих узкоглазых, извиняюсь, расизм, но это правда. А на этом давайте закончим, всем спасибо за просмотр, не забываем прожимать лайки видео и подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом пока что все, всем до завтра.